Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф, и это Starbound. Продолжаем играть. В прошлой серии мы прилетели на вот эту вот, по всей видимости, надеюсь, травянистую планету, потому что мне нужно бандажей запасти, а то у меня как-то с ними совсем все плохо. И у меня небольшая неприятная новость. Выяснилось, что в игре есть небольшая проблема на данный момент. Это просадка FPS, чего раньше никогда не было в ней. То есть она в некоторых местах довольно сильно просаживается. Я уже говорил, по-моему, в предыдущей серии. То есть тут есть такие моменты. Ну, сейчас вот все нормально, но это альфа-версия. То есть тут это, в принципе, может быть. Хотя игру уже довольно долго делают. Но в любом случае, надеюсь, разработчики знают об этом и поправят в ближайшее время. То есть, если что, я буду делать какие-то паузы. То есть, если там FPS прям дико просядет. Но я смотрел на форумах, читал, ну и, как говорю, такая проблема существует. А у меня официальная Steam-версия игры, опять же, напомню. Ну и давайте пойдем на планету, хватит разглагольствовать. Посмотрим, что у нас здесь. А меня интересует... О, ты ж. Уголь. Давайте уголька соберем. У меня трава нужна, мне еще надо... Что мне надо? Мне руды бы разные не помешало, само собой. О, мы подкуп по дереву делаем. Отлично. Так, угля я собирал. Мне трава нужна, на самом деле. Мне нужно огнестрельное оружие. О! Давайте вон ту штуку соберем. Она может дать какой-то рандомный эффект. Не факт, что хороший. Ой, здесь аккурат лианки. То, что доктор прописал. Как говорится. Тут их довольно-таки нормальное количество. Ну, не особо много. Но всякое это больше, чем было у меня. Отлично. Так, давайте. Что это дало? Что-то я не очень понял. Надеюсь, ничего плохого. И что у нас там с бандажами? Я теперь могу делать бандажики. Аж 9 штук. Офигительно. Давайте землю вот сюда, на всякий случай. Так, что у меня тут за ерунда происходит? Мне все слиточки, будьте добры, сюда переложьте, ребята. Кофе, чашку для кофе я тоже сделал, сдал. А, ну мне еще надо там ложку по квесту, окей. Уголь, наверное, сюда, дрова сюда, неведомая фигня сюда. Хорошо, хорошо. Движемся дальше. Ну, там куча угля, конечно. Так, лайт, это что, свет? О, это полет. Это какой-то дикий прыжок. Весело. Ну, мне надо больше травы. Так, это культура. Уху-ху-ху! Веселый прыжок. На этой планете много угля, я уже понял. Так, кстати, дерево может тоже собрать. Может пригодиться. Еще бандажик. И мне, между прочим, надо угля добыть. О, угля. Нефти. А, нефти лучше, наверное, на какой-то песчаной планете искать. Сейчас мы отправимся на какую-нибудь песчаную планету. Нифига мне. Так. Здесь немножко пособираю вот этого всего. Что, у меня до сих пор эффект? Веселый эффект, так. Блин, угля столько. Давайте, наверное, соберем. Жалко бросать. Все-таки его много. А, у меня же есть кирка. Что я в самом деле?
Кирки здесь, конечно, очень быстро летят. Очень быстро приходят в негодность, но что поделать. Такие современные реалии Starbound. Так, деревья, деревья. Темнеет, вечереет. Парень, я не хочу с тобой драться. Мир, дружба, жвачка, и это придется. Все, без всякого мира обошлись. Стемнело. Тут еще руды. Да. Хорошо, ладно. Меня больше интересуют вот эти вот всякие вещи. И раз стемнело, давайте... О, тут сейчас ребята всякие опасные повылазили. Давайте на песочную планету все-таки двинем. На песочную планетку. Бандаж. Ну, давайте чуть меньше, там, 17, к примеру. И где у меня вообще бандаж? А нигде. Что я его забыл. Хорошо. Так, где у нас тут? Управление полетами. Так, явно не здесь песчаная планетка. Так, Форест. Тоже не то. Так, я здесь. Здесь у нас что? Ну, почему бы не сюда? Давайте туда смотаемся. Угу. Так, что тут у нас? Что по оружию? Есть что покруче, чем у меня? У меня 94 урона с довольно бодрой такой скоростью. Тут что-то ничего лучше нету, да? Печаль. Ладно, надеюсь, на этой сейчас планетке мы что-нибудь найдем. Тут урожай кофе. Блин, это луна. Ну, давайте отправимся. Ага. Тут без кислорода не протянешь долго. Окей. А ты что от нас просишь? Золото. Кристаллы. Понятно, ладно. Что-то как-то не очень я с выбором планеты угадал. Форест. Так, десерт. Песок, да? Давайте туда. Если я ничего не путаю. Но тут уже методом исключения можно догадаться, что должно быть там. Так, 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 так. Что-то такое такое можем еще сделать. Какие-то блоки хитрые. Для этого надо стил, стил. А чтобы делать стил, мне нужна нефть. Будем искать. Да, тут вроде вот что-то похожее на то, что мне нужно. Так, окей. Угу. Чё тут? О, что-то ни о чём, мощное оружие. Ладно, заберем. Сундук заберем. Я уже, по-моему, лазил на этой планете. Да и чтоб тебе. Шустрое животное. Оу. У него еще какая-то защита. Так. О, нет. Так, я понял, что это за планета. Я тут явно был. Так, окей, весело. Так, нет-нет, птица. Оп-оп-оп. Так-так-так. Блин. Оп. Ух. Не успел. Так, птичка.
Я все свои деньги за тебя растерял. Вот глупое животное. Что, все, нет? Птица улетела. Вот гадость какая. Лады. Опять она мне зато все вот это перетусовала. Так, а это что еще за фигня началась? Ха-ха! Песчаная буря? Да ладно, ребята. Серьезно? Так. Да что такое? У меня просто эта птица истребляет неистово. Я все деньги уже потратил. Еще и песчаная буря какая-то началась. Жесть какая. Давайте попробуем еще какого-то сопротивления ей оказать. Жесть просто. Просто жесть. Это не птица, это монстр. Просто монстр. Ну ладно, ладно. Разобрались, правда, куча смертей просто. Ну да, 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 да. Слиточки. У меня еще какие-то слитки же были. Окей. Ладно. Так, песчаная буря. Так. Поспим. Буран целый, блин. Это не то, чтобы хотелось, на самом деле. Давайте тогда просто закапываться. Ну нафиг. Просто закопаемся. Быстренько в песочек. Поищем нефть. Почему нет? А то что-то как-то птица нас просто изничтожала. Так. Воу. Сколько я всего тут просыпал. А! Так. Это все валится. Что у нас здесь? Здесь у нас... Еще песок, ладно, собираем. Ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно. Куча угля. Да у меня уже угля, в принципе, предостаточно. Я даже не знаю, что с тем, что я набрал, делать. Давайте теперь кирочкой. Кирочкой ускорим наш процесс передвижения. Посмотрим, что нас тут ждет. Нас тут ждут монетки. Монетки — это хорошо. Так, а там чё? Воу-воу-воу. Тут фауна прям такая. Прям что-то очень злая. И вот, походу, нефть. Да, ойл. Вычерпываем. Я в нефти. Давайте вычерпывать. Ее факелом нельзя зажечь? Надеюсь, что нельзя. Так. Давайте тут все вычерпаем. Отлично. Отлично, отлично. Так, стоять. Вычерпываем, вычерпываем прям всю нефть. Прям тут нормальное ее количество сразу нашли. Ну, давайте еще немножко углубимся, наверное.
Посмотрим, что здесь. Так, это тоже осушить. О, железка, отлично. Так, подсветочка. Кирка почти уже из этого лась совсем. Извелась. Так, это что у нас за руда? Стоять. Соберем руды. Так, минус кирка. Еще есть кирки. Вполне себе есть. Серебряные руды собираем. О, блин. Куда я тут собрался? Здесь вон есть немножко всякой руды. Самое время ее... пособирать. У нас в аккурат с рудой не все хорошо. У нас ее не так, чтоб много. Да, там вверху еще что-то. Давайте все добудем. Эй, так, сюда. Да, вверху тут что-то прям... что-то прям залегло. Так, стоять. Да что ты. Вот так вот. Ага. Хорошо. Кирки, конечно, летят просто как ненормальные. Блин, сюда проколупываться. Давайте проколупаемся. Соберем, соберем. Отлично. Хорошо. Тут у нас еще по руде. Есть немножко железка. Я тут серебряные руды ищу. Так. Еще минус кирка. Ну, это быстрее, по идее, сломается. Теперь, по-моему, разница в кирках только в их прочности. Я в скорости добычи что-то разницы не вижу. Тут какая-то куча чего-то. Так. Ага, пещерный какой-то житель. Хорошо, все подсветили, что смогли. Валим, валим. Добываем. Так, о, купер прям под ногами. Давайте тоже соберем. Не знаю, может пригодится. Скорее всего пригодится. Так, давайте этого пещерного жителя. Так, озадачим. Окей, мясо. Блин, кирочки скоро закончатся. Недолг их век, совсем-совсем почему-то. Так, стоять. Тут еще немножко руды. О, отлично. Здесь еще какая-то руда у нас. Ну, сталь конкретно. Серебро по-прежнему. Отлично. Я не против. Ну, там уголь это не столь нужно. О. А там, кстати... Так, нефть. Нефть, нефть, нефть. Нефть еще соберем. И, пожалуй, наверное, можно закругляться на этой планетке. Да, пожалуй, точно можно. Да что я делаю? Вычерпываем всю нефть. Так, отлично. Вот этой вот руды чуток. И все. Делаем
Мега-телепорт. Погнали. Окей, я на корабле. Опять созрел кофе. Который я могу кушать, нет. А в банку спрятать, не. Не вариант. Лады. Что у нас тут еще? О, кстати, у меня же какое-то двуручное оружие. Где я его нашел? 113. Хм. Так, я молодец, я не увидел. Так, куча нефти. Надеюсь, это куча нефти. Надеюсь, достаточное количество. Так, кофе, всякая лабуда. Дальше у нас руда к руде. Слитки. Так, нефть сюда же, наверное. Что у нас тут? Факелы закончились. Ну и... Сильвер слитки, само собой. Платинум? Платина. Пускай сюда идет. Платина это... Отлично. Ну и ладно, да? Так, что за пушка хоть? А, типа арбалет. Ну, что-то он так себе. Ладно, проверим на ком-нибудь. А в данный момент меня интересует... стил. Сколько я их могу сделать? 13. Это что, так мало? Ага, потому что у меня... мало самой стил. Самого железа. Так, сильвер. Железо. 16. Даешь. Так, а нафига мне это все нужно? Так. Что ты тут просишь? Так, кристаллы какие-то. Так, титаниум. Всякая ерунда. Хорошо, хорошо. Дальше. Я даже платины 6 штук могу сделать. С ума сойти. Стилбар, это, конечно, тоже круто. Купер. Давай купера мне сюда. Сильвер. Угу. Это у нас стил. Это у нас платина. И железка. Хорошо, хорошо. Так, это я все сделал. Дальше. А, вспомнил. Теперь надо заменить вот эту вот фигню на какую-то более хорошую. Не хватает еще немножко стил, да? Окей. Ну, давайте чуток меньше, вот так вот, десяточек. Вот это мы тогда забираем. И делаем вот эту штуку. Так, рефайнери еще бы надо. Композитный лук. Не знаю, как насчет композитного лука. Давайте вот эту штуку сюда. Отлично. Что я теперь могу? Я могу платиновую кирку. Давайте одну сделаем. Так, это типа какая-то вещь. Хорошо, ладно, не будем пока трогать. Титановая тут всякая. А броня что у нас? Стил нужен. Тут титаниум нужен. А тут, в общем-то, стил, которого у меня не так-то много. Так, еще чуток. Угу, что-то могу. Шлем прям такой прикольный вроде как. 154. Оружие. А, давайте чуток, может быть, брони, нет? О, этот меня неплохо апает. Хорошо, ладно, сейчас мы еще руды надобудем, я думаю. За этим дело не встанет. Ты что у нас 9.5.5? Вот, тут прям бодро, да, апаешь. Так, 115, 120, 30, 46 брони. Да, я думаю, это можно засчитать за неплохой такой ап. Мясо. Сигналка мне не очень нужна. Окей. Что я еще хотел сделать? Я хотел сделать
Ложку, наверное, да? А вот Steel Spoon, да. Окей, скрафтили. Это для квеста. И давайте тогда, наверное, квест дадим в самом-то деле. Это нам сюда, сюда. Полетели. Арбалетик. Хорошо. Надо еще больше всякой руды, конечно. Но думаю, мы как-то с этим разберемся. И меч у меня получается совсем не очень. А что-то делать это надо. Это надо больше железа. Хорошо, хорошо. Железо, думаю, насобираем. Не такая уж проблема. На планету. Окей. Аутпост. Угу. Вот, кстати, на аутпост он как-то полагивает. А, начинается потихоньку. Это нехорошо. Так. Окей. Нам вроде как технологию дали изучить. И теперь мы можем брать квест у остальных всяких чувачков. Та-та-та, что-то там найти. А, так, какую-то хорошую вещь мне хочешь дать? Или я тебе должен принести? Ладно, будем потом разбираться. Сейчас просто наберем квестов сколько сможем. Так, стоять. У тебя нету квестов? Нету квестов. У кого тут еще есть квест? Вот так, стоять. Ты что у нас? Steel Armor. Угу. Понятно. Вот эти вот кристальчики собрать. Какую-то он мне миссию дал. Хорошо, хорошо, я не против. Даймонд. Это алмаз ему принести. И он мне типа там... И, даст возможность изучить какую-то штуку. Окей. Технологию он даст мне изучить. Так, все, по-моему. Тут больше квестов нет. Оу. Это приземление года. Ладно, уходим. С аутпоста с этого. Я еще, кстати, могу теперь какую-то технологию, значит, изучить. Мне вроде как дали. Сейчас на корабле попробуем это сделать. И надо, наверное, пока что заканчивать. Наверное, за кадром я пособираю руды всякой. И мы там попробуем, наверное, какую-то миссию сделать или что. Сейчас глянем. А, вот миссия. Так, так, так. Да, это, по-моему, наша миссия, где первый босс будет. Насколько я знаю. Так, 20 кристаллов. Аккурат там и кристаллы мы должны собрать. А, хорошо. Так, а что я хотел еще? Угу. Так, покажи мне технологии. Я какую-то могу открыть. Это что у нас? Это не то, что бы я хотел. Энергидаш. Вот. Двойной прыжок, наверное. А это я могу... Кислород... Давайте, наверное, кислород. Или это у меня есть технология? Ну-ка. Так, открыли вот эту технологию. Что с кислородом? Так, кислород есть. Хорошо. Я теперь смогу на Луну тут переместиться. Так, прыжок. Прыжок взял. Это двойной прыжок. Отлично. Хорошо. Так, кофе как сумасшедший растет. Ладненько. Я с кофе ничего не могу сделать. Что-то у меня тут. Пока ничего. Занятно. А нафиг мне тогда баночка?
Ладненько. Хорошо, давайте пока на этом тогда остановимся. И продолжим в следующих сериях. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.